Сегодня финальный день выставки «Рудник-2018», проходящий на Пермской ярмарке. 6 компаний региона презентовали крупнейшему калийному производителю «Пауэр Алкалий» свои наработки. На предприятии подчеркивают, что потенциальные поставщики должны соответствовать определенным критериям, главный из которых – технологическая состоятельность компании. Это подтверждают уже действующие поставщики калийного производителя. Наш комбайн способен рубить со скоростью 15 тонн в минуту. Соответственно, всю эту горную массу надо успевать откатывать челночной схемой с помощью самоходных вагонов. И мы надеемся на продолжение дальнейшего сотрудничества. Расширение контактов с местными поставщиками позволяет «Уралкалию» на практике реализовывать политику импортозамещения, а также поддерживать малый и средний бизнес Пермского края, отмечает директор по закупкам предприятия Александр Кульбицкий. Содержание их работ очень важно для нас. Как правило, это услуги. Потому таких компаний много, и тем не менее нам их не хватает. Мы пытаемся привлекать все больше компаний. Для этого совсем недавно мы провели на площадке 4-го рудоуправления встречу практически всех желающих компаний. Итогом этого визита, а также сегодняшнего мероприятия, станут новые интересные разработки компании Пермского края для технологически сложного производства «Уралкалия». Как отмечают в региональном центре инжиниринга, ранее подобный опыт взаимодействия показал высокую эффективность для крупных промышленных предприятий, а также максимальную вовлеченность малого и среднего бизнеса.